Сегодня я покажу вам, как мы сделали откидную гладильную доску в ванной комнате. В сложенном виде она располагается прямо на стиральной машине, что очень удобно, так как вверху находится сушилка для белья. Таким образом, я снимаю высохшие вещи и тут же их глажу. Я терпеть не могу обычные гладильные доски. Они громоздкие, занимают много места, особенно в маленьких квартирах. Их нужно раскладывать, складывать. Мы положили на стиральную машину столешницу, закрепив ее на кронштейнах. Предварительно мы выпилили лобзиком паз под розетку. Закрепили планку справа. Вырезали лобзиком саму гладильную доску и прикрепили ее к планке при помощи обычных петель. С помощью маленьких гвоздиков прикрепили старое полотенце. Проложили фольгой, так как теплоотражающие свойства фольги позволят утюжить одежду лишь с одной стороны, вторая прогладится автоматически. Материал для чехла я выбирала в морском стиле с изображением корабликов, так как я люблю морской стиль в ванной. Это 100% хлопок, очень прочный и износостойкий материал. Теперь я продемонстрирую вам весь процесс.